Практическая часть семинара для председателей городских районных объединений профсоюзов и областных организаций отраслевых комитетов – это презентация опыта работы в сфере коллективно-договорного регулирования и общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда на машиностроительном предприятии «Компа». В первую очередь, почему мы посетили данное предприятие, потому что в охране труда мелочей не бывает. А вы обратили внимание, что здесь рабочие места стоят в идеальном состоянии. Так, все инструменты на местах, каждое рабочее место эргономично, безопасно, соответствует полностью требованиям безопасности. Так, каждый работник обеспечен средствами индивидуальной защиты. Ведь все участники семинара, чтобы они визуально видели пример, как это все организовать у себя в отрасли и перенять опыт. Честно, тут ввиду того, что посещаю данный семинар и являюсь на нем также и лектором, то очень интересно побывать на всех предприятиях во всех регионах и перенять передовой опыт. Потому что один регион от другого отличается очень у нас кардинально. Но можно сказать, что каждое предприятие у нас, там, где есть что посмотреть, они схожи в одном, что у них полностью технологическая и производственная дисциплина на высоком уровне находится. «Компа» – это разработчик и производитель оборудования для мясомолочной отрасли, а также комплексные решения для производства колбасной продукции, плавленного сыра и кормов для животных. В этом году на предприятии образовалась своя профсоюзная ячейка, в которую вступили 80% сотрудников. А для гарантии соблюдения прав рабочих и их безопасности был составлен коллективный договор. Мы нашим коллегам на предприятии показали, как у нас организованы рабочие места, показали, в каких условиях работают наши сотрудники, также продемонстрировали охрану труда непосредственно, рассказали, как организованы у нас аудиты, кто участвует на аудитах, которые происходят на предприятии. В рамках коллективного договора и соцпакета у нас документально зафиксированы все гарантии для сотрудников нашего предприятия. Охрана труда на предприятии – важный аспект безопасности и здоровья работников. Ее целью является предотвращение несчастных случаев, профессиональных заболеваний и минимизация рисков, связанных с рабочей деятельностью. А компетентный и подкованный профсоюзный лидер – гарант того, что все эти аспекты будут соблюдены. И в этом во многом помогают подобные семинары. Что касается учебы, она проводится ежегодно для городских районных объединений и профсоюзов. В этом году это первый раз она проходит в городе Бресте, где присутствуют, кроме горрайобъединений, еще и председатели областных комитетов отраслевых профсоюзов. Я хочу сказать, что учеба, в принципе, прошла на очень высоком организационном уровне. Очень много полезного материала мы почерпнули для себя. Это и коллективно-договорная работа, проведение ее. Это и проведение конференций, собраний. У нас очень такой сложный год, 24-й, у нас отчетно-выборная кампания проходит в первичных профсоюзных организациях. Вот. А далее она уже будет идти, конечно же, в городских, районных объединениях. Обучение профсоюзных лидеров играет важную роль в развитии и укреплении организации профсоюзов. Оно позволяет им развивать необходимые навыки и компетенции для успешного представления интересов работников. И эта работа будет продолжена. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.